без патриотики я не представляю своей жизни. И, наверное, это нас когда-то объединило с творчеством Михаила Хохлова, за что ему огромное спасибо. У нас всегда замечательный творческий тандем. Мы друг друга чувствуем, понимаем вот конкретно в этих патриотических произведениях, которые нам сейчас, в наше время в Донбассе, очень нужны для того, чтобы поддерживать всех нас. Ну, совместная работа началась достаточно давно. Первая серьезная работа была с Натальей Качурой над песней «Молитва о Донбассе», с которой она стала лауреатом международного конкурса «Красная гвоздика». Наталья Качура внесла какую-то свою нотку в эту песню. Зажгите в храмах тысячи свечей, за всех в подвалах стывших до рассвета, за претерпевших скорби без ответа, за деток, ставших ангелами света, и не проклявших нас и палачей. Сожгите в храмах тысячи свечей. Кроме того, она исполняла мои песни «Наследники канагонов», «Быть на войне» – это одна из новых песен на стихи Ирины Быковской. Нам приходится быть на войне, но мечтать можно все же о мире, если порваны струны на лире, сердцу хочется песен вдвойне. Замечательная песня, очень трогательная, очень душевная. И я счастлива, что я ее исполняю. Есть песни, которые для меня очень важны. Вот она одна из этих песен. Песня о том, что несмотря ни на что, мы живем, мы не сдаемся, мы живем во время войны. И там есть такой текст: «Хлеб вкуснее, коль ты голодал». То есть это настолько песня направлена на то, чтобы мы все-таки были чуть-чуть добрее друг к другу, и мир ценится тогда, когда война. Вот эта песня об этом. Поэтому она мне очень дорога, и исполняю ее всегда с большим трепетом. Хлеб вкуснее, коль ты голодал, если им приходилось делиться, за обиженных легче молиться, дай милости в тот, кто страдал. Нам приходится быть на войне, но мечтать можно все же о мире, если порваны струны на лире, сердцу хочется песен вдвойне. Всегда пропускается через себя. То есть каждый раз ты это переживаешь заново. Нет такого, что ты отпереживал эту песню, исполнив ее один раз, и дальше она тебе дается легко. Неважно, о какой песне идет речь. Для меня она тоже очень тяжелая. Дело в том, что я ее написал буквально через неделю после гибели Александра Владимировича Захарченко. И она посвящена в первую очередь ему и этому трагическому событию. Это ощущение, мироощущение нас, мы живем на войне. И вот недавно задумался, что в этом году в школу пошли дети, которые еще не жили при мире. Они не знают, что такое мирная жизнь. Это очень страшно. А песня «Быть на войне», она нашла в нее, опять же, нашла какие-то новые нотки, от которых я и не подозревал, душевные. Вот она вложила в нее душу. С Маргаритой Лисовиной как бы только первые опыты. Но она прекрасно, на мой взгляд, спела мою новую песню «Автомат и гитара». Мы ее хотели вывести с этой песней
на фестиваль, который так и называется «Автомат и гитара». И я совместно с Владимиром Скопцовым написали вот такую песню, как бы подарок этому фестивалю. Но в связи с коронавирусом фестиваль не то что отменили, а отложили до лучших времен. Я считаю, это очень хорошая, удачная такая песня, могла бы стать, возможно, даже гимном фестиваля. Очень она такая торжественная. Песня уже готова, и насколько я знаю отзывы тех людей и специалистов, которые ее слушали, она получилась. Михаил Николаевич очень помогал, очень поддерживал, мне очень приятно, и я ему очень за это благодарна. То, что он не отвернулся от меня, а наоборот, меня поддержал и помог. Я очень много работаю с нашим донецким поэтом Владимиром Скопцовым. У нас с ним уже много песен, ставших уже даже известными. Вот и сегодня я покажу вам новую работу, которую мы посвятили Дню освобождения Донбасса. И в канун этой даты, этого праздника, прозвучит песня «Донбасс за нами». Проснулся свет в кромешной темноте, и Богу была названа цена. Прогнулись все и братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным высоко. Эта песня о том, как проснулся зверь, антихрист, восставший из ада. Но вроде бы все или многие прогнулись перед ним, а моя страна, наша страна, не прогнулась. Песня в достаточно необычной аранжировке и исполнении. То есть, если большая часть ваших песен на Донбассе, они более лирического характера, то это, можно сказать, вот прям такая боевая. Да, я предполагаю, что после премьеры будет, конечно, такой легкий шок, потому что совсем необычное исполнение. Исполнение женское. Наши замечательные певицы Наталья Кочура и Маргарита Лисовина, артисты и вокалисты музыкально-драматического театра имени Марка Бравуна. Я им доверил спеть эту песню, и аранжировку сделал в стиле рок-музыка, хард-рок, можно так сказать. Она достаточно агрессивная, и в сочетании с женским, или точнее даже с девичьим вокалом, звучит очень необычно. Мне кажется, это такой эксперимент, и я думаю, что мы с ним справимся. Очень интересно уже выпустить эту песню, прослушать эту премьеру на сцене, и хочется, чтобы всем понравилось. Сама песня, я надеюсь, она воодушевит Донбасс и всех наших граждан, и я надеюсь, они ее услышат и будут петь ее вместе с нами на площади.